К другим темам. Более чем на 5 миллионов рублей Тверской штаб помощь Донбассу отправил в зону СВО гуманитарный груз. Участие в сборе принимали жители Тверской области, других регионов и коммерсанты. Что такого ценного в составе очередной посылки на фронт, расскажем в следующем сюжете. Это февральская отправка, в нынешнем году первая, но уже такая крупная. Причем не только по составу, но и по финансам. На этот раз тверские волонтеры закупили много дорогостоящей и редкой техники для медицинских подразделений. Почти 3 миллиона рублей стоила вот эта энергетическая установка. Это, наверное, самое современное оборудование медицинское на сегодняшний момент, которое есть и которое сейчас будет у наших медиков. Сюда подключаются разные электроды, и в момент операции, ну, там все включается, можно... Коагулятор, только он современный. Получатели груза – два медицинских батальона, которые работают вблизи линии соприкосновения, и два пехотных. Потребности у всех разные. Одним, например, медицинская техника, другим – средства связи. Потому и состав груза разнообразный. Здесь у нас большая часть груза уже упакована. Здесь медицинские расходники для медицинских батальонов. Здесь самая, наверное, дорогая часть нашей отгрузки сегодняшней – это в разобранном виде рентгенаппарат, которые отправятся в 195-й батальон. Генераторы, радиомосты. В общем, все самое необходимое. По массе груз на этот раз небольшой, по стоимости дорогой. Один рентгенаппарат стоит больше миллиона, но без него никак, ведь через него проходит почти 100% всех поступающих бойцов. Он помогает выявить наличие осколков и их расположение, рассказывает создатель Тверского волонтерского штаба Ольга Левитина, которая также работает уже несколько месяцев в зоне СВО. Сейчас много боевых задач выполняется. Выполняется очень с большими успехами, мы это видим. И, конечно, хочется их поддержать их и добрым словом, и, конечно, разным материальным имуществом. Это все дает большую мотивацию, движение вперед, поддержку, чувство локтя, чувство, что они не одни, что с ними целый тыл. Напомним, что штаб работает на протяжении уже 2 лет. Начинались добрые дела с малого, с отправки простых лекарств для наших бойцов. Сейчас уже спектр помощи обширен, от писем школьников до современного оборудования. Уже скоро, 26 февраля, Тверской волонтерский штаб «Помощь Донбассу» отметит второй день рождения. За 2 года работы волонтеры отправили в зону СВО множество ценных гуманитарных грузов. Это и медицинские расходники, и медицинская техника, это и сложная техника, это тепловизоры, прицелы и многое-многое другое. Кроме того, за прошлый год было отправлено 27 автомобилей. Это санитарные буханки, реанимобили, пикапы. Удалось их приобрести и переоборудовать под фронтовые нужды благодаря активному участию как правительства Тверской области, так и неравнодушных жителей региона, а также соседних городов. Ведь штаб – это не только координатор, но и еще участники одноименного сообщества в соцсетях. Ни много ни мало, свыше 3500 человек, которые объединились в одну большую команду. Каждые 100 рублей от сочатовцев – это вклад в одну общую большую победу, в которой никто не сомневается.